Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну что ж, опять мы выбираем не только летнюю легкую обувь. Мы уже готовимся к осенним дождям. Да, странно, на распродаже, но мы уже можем подарить вам этот подарок. И полуботинки Белинда, ты знаешь, я их помню. Признаюсь тебе честно, вот сейчас иногда я вижу на распродаже ту обувь, но я не ожидала, что они доживут до нее. Я думала, что их не останется. Вот этот самый настоящий подарок, что по цене распродажи мы сегодня можем купить эти стильные и невероятно удобные полуботинки. Ботинки Белинды называются, когда будете заказывать, помните название. И это бестселлер действительно наших продаж, нашего телеканала. 1999 рублей и 4 цвета сегодня на выбор. Наташ, мне больше всего, конечно, нравится красный, но начнем с коричневого. Ну, мы начнем, пожалуй, с классики. Мы начнем с коричневого, который идеально будет сочетаться с любым цветом, который у вас есть. Так. Красный, конечно, хит. Красные будут главным акцентом в вашем гардеробе, даже не обязательно вот что-то подбирать тоже красное. Конечно. Вы можете одеться монохромно, например, в коричневых тонах или в черных, а это будет главным ярким пятнышком в вашем образе. Обратите внимание, серый, какой красивый графитовый цвет. Ну, ты знаешь, он помягче, чем черный, поэтому для любительниц таких мягких цветов, мягких образов идеально. Ну и, конечно, классика, черный цвет для тех, кто не может без черного цвета на все времена, и на сменку, и на каждый день. То есть, я думаю, поклонниц больше, чем достаточно у этих полуботинок Белинда. Да, у них действительно много поклонниц, за что их полюбили. Ну, во-первых, конечно, стильный оригинальный дизайн. Здесь очень интересное исполнение, которое позволяет полуботинки Белинда носить с юбкой. Вот, так. Например, как Марин сейчас оделся. У нее очень элегантный. Здорово. Образ с юбкой, карандаш. Также будут прекрасно смотреться с брюками, не говоря уже о том, что если вы собрались куда-то погулять, например, в парк, то вот. Вы можете с джинсами надеть. Кстати, вот сейчас вот тоже, когда прохладное лето и прохладные вечера, они тоже нам пригодятся. Это не обязательно осенняя покупка. При этом, при всем, смотри, очень стильное, контрастное исполнение. Но самый главный секрет, конечно, в удобстве. Конечно, в удобстве. И для таких, как я, которые любят гулять, по Москве очень много. И я давно уже искала обувь. Знаешь, действительно, вчера было очень прохладно. И когда дождь, хочется, чтобы нога не промокла, чтобы ноге было сухо. И чтобы действительно было еще и красиво. Поэтому, когда вот такие ботиночки, согласись, Наташа, появляются в гардеробе, с брюками, ты сказала, с юбкой, носите на здоровье. Ножки комфортно, удобно и стильно, невероятно. Давай их рассматривать прям детально. Да, действительно стильно. Я хочу показать, вот что при прогулках вам поможет ходить. Вот эта подошва, казалось бы, да, довольно массивная. Она эластичная и легкая. Вот именно такая эластичность позволит вам совершать буквально безграничные прогулки, потому что эта эластичность буквально помогает вашей стопе сгибанию. А значит, устаете вы намного и много меньше. При этом, при всем, невероятная устойчивость. Посмотри, какое интересное полиуретановое исполнение. Это многокомпонентная подошва. Она, во-первых, нас защитит от каких-то камушков, неровностей, а во-вторых, будет очень хорошо амортизировать. То есть это, знаешь, самая настоящая буферная зона между нашим организмом и жесткой поверхностью, по которым мы ходим. Получается, что таким образом вы останавливаете ударную нагрузку, которая бы поступила вам в суставы и в позвоночник. Она ее останавливает и гасит. То есть, представляете, вы надеваете эти ботиночки, как вам удобно, как вам комфортно, вы видели, как гнется подошва. То есть вы будете, ваша ножка будет как на мягком матрасике весь день, а вы будете в красивой обуви. Люди всегда обращают внимание на обувь и на все детали. А мы будем обращать внимание на то, удобно ли будет обуваться в этих полуботинках. Давайте взглянем вблизи, посмотри, молнии у нас не имитация. Это молнии, которые помогут вам при обувании. Эти молнии, опять же, могут вам помочь, если вы вдруг решите ножку как-то освободить. Ну, знаешь, иногда к вечеру отекает. Конечно. Смотри, действительно легко обуться. Двумя молниями вы воспользовались. Никаких даже ложек вам не пригодится. Все абсолютно легко и просто. Вот я очень люблю такие, казалось бы, незначительные фишечки, да? Но вот как производитель продумал? Не одна молния, а две. Для того, чтобы не висеть бесконечно, сидя на стуле вниз головой, мы моментально просто, я бы сказала, проскальзываем в эти полуботинки. А представляете, когда еще ножка к вечеру отекает, да, можно не застегнуть до конца молнию и например, буквально подстроиться обувь по
под вашу ногу. Представляете, какие они мягкие? Посмотрите, как наша модель сейчас показывает вам мягкость подошвы. Вы будете весь день находиться в мягкой обуви. Весь день вы будете ходить, заниматься своими делами, а ваша ножка будет отдыхать. И сегодня на полуботинке Белинда цена 1999 рублей, дорогие модницы. Тем более, кстати, по этой цене со скидкой мы получаем еще и безупречное качество. Конечно. Почему? Потому что у нас здесь, во-первых, очень важный момент. Укрепленный мыс и укрепленная пятка. Вот иногда обувь бывает без них. И что происходит? Мало того, что обувь очень быстро теряет свой внешний вид, на самом деле мы еще устаем сильно, потому что, например, нет укрепленной пятки. И стопа теряет правильный вектор при ходьбе. У вас заваливается пяточка, нагрузка ушла абсолютно неправильно, и вы устаете намного быстрее. А здесь у нас, получается, укрепили мысопятку, поэтому вы всегда чувствуете себя расслабленно. Нога не пытается подсознательно удержать обувь на ступне. Плюс ко всему, опять же, если мы говорим о качестве, ты видишь, здесь у нас шов, это не имитация. Это рантопрошивной метод крепления подошвы. Вообще, еще буквально не так давно, если мы видели обувь вот с таким швом, можно было практически точно сказать, что у нас обувь ручной работы. Да, кстати. Но вот сейчас совсем технологии уже достигли таких высот, что вот этот шов стало возможно делать на дорогом оборудовании. И это всегда свидетельствует о качестве. И, безусловно, согласитесь, но вот этот шов еще и добавляет изюминку общей модели. И статуса. И обратите внимание, получается, Наташ, подошва не стирается вообще, то есть мы забудем про ремонтные мастерские. Это полиуретан многокомпонентный, который, да, абсолютно не стирается. Да, у нас, получается, она вечная, вернее, такое крепление, что никогда мы не потеряем эту подошву нигде, поэтому мы эти полуботинки сможем носить несколько сезонов вообще. Согласна. И несколько лет. То есть получается, что сегодня вы покупаете для себя ботинки, вкладываете деньги и носите их столько, сколько захотите. И тем более они представлены у нас в 4 цветах на выбор. Поэтому давайте посмотрим любой. Еще цвета. Мы сейчас любуемся на Марине. Красные. Ну, красные всегда у нас пользуются особым спросом, потому что, я знаю, нас смотрят стильные женщины, и они, конечно, делают свой образ максимально с изюминкой. У нас есть классический коричневый цвет, знаешь, такой шоколадный. Он будет идеально смотреться со всеми теплыми цветами. Еще раз полюбуемся на красный. Очень красиво он именно с такой черной контрастной подошвой. Серый, кстати, вот француженки-то предпочитают именно серый в качестве базы. Мы действительно можем использовать серый как базовый, потому что он сочетается абсолютно со всеми цветами. Вот почему цветами. Я его и выбрала для себя. Правильно. Так, и черный цвет. Черный цвет, еще раз говорю, любимый многими. Поэтому, дорогие модницы, кто любит удобную обувь черного цвета, нужно успеть дозвониться, потому что сегодня распродажа и цена у уникальной ниже цены уже не будет. 1999 рублей. Пока еще, Наташа, в распродажу. Все размеры в наличии. Это небывалый просто случай. Поэтому, дорогие красавицы, отложите приготовление обеда. Возьмите трубку телефона. Дозвонитесь до наших операторов. Звонок абсолютно бесплатный. Ожидание на линии абсолютно бесплатное. И оплата происходит только в день получения на почте. И мне говорят, что у нас самый популярный цвет – красный, красный, дорогие модницы, конечно, такой невероятной красоты полуботиночки будут на ваших ногах еще в красном цвете, представляешь? Ну, действительно великолепно, с учетом того, что полуботинки Белинда, Галь, мы будем носить 3 времени года, так. То есть это не какая-то осенняя или весенняя покупка. Угу. Во-первых, прохладными летними вечерами великолепно подойдут. Естественно, и осень, и весна. Сейчас, когда будут дожди, когда будут лужи, опять же, будет прекрасно. Но мы же должны выглядеть стильно, и вот, пожалуйста, полуботинки Белинда. Мягчайшие, 8-я полнота. 2 молнии для легкости обувания. Невероятного качества эко-кожи. Вот ты знаешь, она сейчас фактически не стирается. Конечно. При этом рантопрошивной метод крепления подошвы. Подошва сама из многокомпонентного полиуретана. Вот она, амортизация волшебная. Вы представляете, вы идете, а тем временем подошва не спит. Она гасит ударные нагрузки для того, чтобы облегчить нагрузку на спину. Эффект. Посмотри, как это эффектно выглядит. И последние 20 секунд у вас есть для того, чтобы успеть дозвониться до наших операторов. Цена сегодня, только сегодня, во время прямого эфира, 1999 рублей. Полуботинки Белинда. Посмотрите, как удобно, как красиво. Вы можете ходить в них целыми днями вообще. Как вышли с утра, вам удобно. Вечером вы возвращаетесь, вам точно так же удобно в этих ботинках.